Короче, в 10 часов утра свою норму по треске мы взяли. И под чутким руководством капитана принялись осваивать новый для всех вид лова. А именно, глубоководную рыбалку. Катушка с электроприводом у Сергея была одна. И удочку мы, соответственно, поставили одну. Поскольку перспектива таскать рыбу с глубины 400 метров вручную никого не прельщала. Снасти оказались простыми, ну кроме пилькера. Тот весил за килограмм. Держи. Что он должен делать, Сергей Еленович? Ничего не трогать, накормить собак и сидеть. Понятно. Пока вся эта конструкция опускалась до дна морского, можно было спокойно выпить чашечку кофе. А бдение за кончиком удилища навевало сон. Чем я и занялся, пока народ на палубе не закричал, что клюнуло. Появление первого трофея вызвало неоднозначную реакцию. Эй! Вот он! Мать моя родная! Вот это чудовище! Да! Вот это чудовище! Анатолий, моя. Работаем! За камбалу взял, смотри! Любит камбалюшку! Слушай, одна башка, ну, так помогай! Сейчас, подожди! Сильно тут не ходи, там провод, видишь? Подожди. Подожди, не поднимай. Подожди. А то очень будет обидно. Поводи его, да? Поводи, он там, видать, за краешек держится. Ура! Мы сделали это. Подожди, от солнышка. Поджарь в шины голове. Хорош. И причем за краешек держаться. Вот это да. Вот это размер. Ну, Анатоль. Ну, мастер! Молодец, справился сегодня с задачей. Потом мы сделали еще несколько заходов, имели несколько поклевок и вытащили еще одного окуня. Что там такое? А, он, да. Ну, не то же самое. Это вторая рыба. Она же совсем другая. Ну, теперь напряжение всех сил, Анатолий. И это все благодаря Александру Ивановичу. Он не мешал нам? Да уж. Ура! Да не важно. Глаза теньки. Снизу. Вот так? Вот так, только на меня. Ну, типа того. Еще сюда, вправо развернись. Учитывая непродолжительность рыбалки и отсутствие опыта, можно сказать, что результатом все остались очень довольны. Мы получили новые впечатления, обогатились опытом, да и рыба на вкус оказалась очень даже ничего. Богородице, Дева, радуйся.
тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши.